Всем привет, ребята! Я подумала так, что давно не было туториалов, поэтому сегодня будет туториал на вот такую рамку. Для начала нам надо выбрать фотку, из которой мы будем делать рамку. Затем мы заходим в наложение и добавить наложение. Выбираем стоковые видео или стоковые, я не знаю, как они правильно говорятся, и выбираем черный экран. Затем распределяем его по всей нашей фотке. Вот. И затем листаем в самый конец и видим затемнение. Убираем где-то на 77-78, примерно, думаю, столько хватит. Вот, то есть, и затем снова в наложении выбираем ту же фотку, которая была у нас в самом начале. Вот, делаем ее меньше, и вот наша рамка уже получилась. Но, чтобы она была не такой скучной, можно добавить анимацию. Я, например, выберу, например, Маятник 2 в комбо. И у меня задний фон вот такой. Затем я нажимаю на вот эту нашу маленькую фоточку тоже. И там такую же анимацию выбираю. То есть такой же Маятник 2. И вот так вот у меня выходит. В общем-то, вот вам результат. Поэтому всем пока-пока. 我姓雪，有路陪马，我就我姓雪，有路陪马，下一步你让我雪雪。